смотри, это ты. Не вижу здесь ничего смешного. То, что ты нарисовала, не имеет ко мне никакого отношения. А по-моему, очень даже похоже. Похоже? Ну, во-первых, у меня длинные волосы, а не ежик на голове. Ну, волосы можно и дорисовать. Ресницы, а у девочки на твоем рисунке вообще их нет. Ресницы тоже не проблема. Ну, а в-третьих, я не толстая. Но ты и не худая. Но и не толстая. Но и не худая. Но и не толстая. Но и не худая. Ты меня, конечно, извини, но я себя считаю симпатичной. Не зря в меня все мальчики влюбляются. Ну, может, ты и симпатичная, но только под определенным углом. Под определенным углом? Это как? Ну вот ты, например, говоришь, что в тебя все мальчики влюбляются. Может, это и так, но какие мальчики? Какие? Ну... Не первого сорта. Ты что, на наших мальчиков намекаешь? Ну, да. Нет-нет, ты не подумай. Я ничего против наших мальчиков не имею. Но они далеко не самые популярные в школе. В смысле? Ну, смотри. Если подойти к какой-то старшекласснице и спросить, ты знаешь Саву из 7 А, то она наверняка скажет нет. Ну, а вот если спросить у любой старшеклассницы про Дениса из 10 Б, то она скажет, да, очень классный парень. Так вот, если за тобой какие-то парни и бегают, то такие как Сава, понимаешь? Ты хочешь сказать, что я некрасивая? Сейчас я тебя нарисую. Ты как всегда обижаешься. Я же лучше для тебя хочу. В смысле как лучше? Ты 5 минут назад сказала, что я некрасивая и что я нравлюсь только таким, как Сава. Нет-нет, что ты. Я вовсе не это хотела сказать. Ну, я хотела сказать, что ты, ну, немного застряла на уровне развития стиля. Поэтому тебе нужно стать более стильней и привлекать внимание классных парней, а не каких-то семиклассников. Да ну елки-палки, Виолетта, что ты опять за свое взялась? Мы же давно это обсуждали. Мне нравится Сава, и другие парни мне не нужны. А кто тебя заставляет с ней встречаться? Надо тебе просто сделать такой образ, чтобы у всех старшеклассников челюсть повыпадала. А зачем? Ева, ты какая-то странная. Как это зачем? Как такой вопрос мог вообще прийти в твою голову? Ну, не знаю. Я правда не понимаю, зачем это все надо. Ева, ну ты как ребенок. Это нужно для того, чтобы тебе все завидовали и думали, какая ты классная и красивая. О, это тяжелый случай. Это ты тяжелый случай. Я хочу тебе помочь. А ты, вместо того, чтобы меня слушать, рисуешь всяких страшилок на доске и грубишь мне. Ну ладно, Виолетта, не обижайся. Прости меня. Ты думаешь, что это все так просто? Я думаю, что я тебя никогда не смогу простить. Что? Прям совсем? Никогда? Да, совсем. Только разве что одна вещь может заставить меня передумать. Какая? Твое участие в эксперименте по изменению внешности. Ты, конечно, извини, Виолетта, но я не собираюсь менять свою внешность. Поверь, ты не пожалеешь. Я хочу сделать это только ради тебя. Блин, ладно, уговорила. Yes. Ну тогда за работу! Sets my soul on fire. Доброе утро, девочки! А чем это вы тут занимаетесь? Доброе утро! А мы тут красоту себе наводим. Угу. А можно посмотреть на эту красоту? Конечно! Ева, покажись! Фух, я уже думала, вы тут что-то намудрили. Но нет, все еще очень даже прилично. Вот так в самый раз. И вообще, девочки, хочу вам сказать на будущее, что макияж должен быть всегда сдержанным и ни в коем случае не вызывающим. Да что вы вообще в красивом макияже понимаете? Только в математике и английском понимает. Что, простите, Виолетта? Я не расслышала. Да так, ничего, мысли вслух. Ева, какая же ты все-таки красивая. Спасибо. А у меня для тебя подарок есть.
Спасибо! Какой классный чехол! Я так давно о нем мечтала! Я рад, что тебе понравился мой подарок. Это, конечно, все очень хорошо, но они даже не подозревают, что мы можем сделать в 100 раз лучше. И как же? Сейчас поймешь. Пошли. Куда? Сейчас узнаешь. Какая же она у меня все-таки красивая. Да, я думала, они опять какой-то ужас сотворили. А нет, все еще очень даже прилично. Мне кажется, все самое интересное только впереди. Сиди тут и жди. Хорошо. И вправду, видимо, все самое интересное еще впереди. Мы сейчас такое сделаем, что не все обалдеют. Что ты имеешь в виду? Ой, Ева, ты даже не представляешь, какие изменения тебя ждут. Я даже боюсь представить. А ты не бойся, к изменениям надо идти смело, а то не будет от них никакого толку. Не то чтобы я очень боялась, но все равно, кто знает, пойдут ли мне эти изменения. Пойдут, пойдут, не переживай. И все-таки я очень переживаю. Во-первых, не дергайся, а во-вторых, не переживай. А я не могу не переживать. Кто знает, чем это обернется. Так, Ева, перестань разговаривать, когда я тебя крашу. А то уже несколько раз кисточка в рот попала. Ладно, молчу, молчу. Так, мы смеяться будем или играть? Ладно, ладно, мы больше не будем. Я женщина? Нет, я мужчина. Да. У меня есть веснушки? Нет. Я мужчина? Нет. Кейт, Кейт, ваша очередь. Ой, извините, я что-то задумалась немного. Интересно, что там наши девочки делают? Наверное, опять красятся. Да куда уж больше. Для красоты нет предела. Может, для красоты пределов и нет, но грань между красотой и уродством намного тоньше, чем вы, ребята, думаете. Лишь бы девочки не переборщили с перевоплощением Евы. Ну вот, произошло то, чего я так опасалась. Ева, Виолетта, скажите, что это такое? А что не так? Я вот тоже не понимаю, что не так. Красиво же. Красиво? Девочки, у вас какое-то неправильное понимание красоты. Красиво – это не обязательно наляписто и безвкусно. Где ваше чувство стиля? Ева, не слушай эту Кейт, она ничего не понимает. У нас есть чувство стиля, Кейт. А вот по поводу вас мы очень сильно сомневаемся. Нет, девочки, правда, во всем нужна мера. Ничего вы не понимаете, Кейт. Ева кардинально решила поменять свой стиль, а вы нам мешаете. Кто же вам мешает, девочки? Я просто считаю, что вам стоит быть менее радикальными в ваших действиях. Вот и все. А мы вам докажем, Кейт, что вы не правы. Мы сейчас выйдем в коридор, и все старшеклассники будут в восторге от моего макияжа. Поверьте. А вот старшеклассники уж точно больше понимают в красоте, чем вы, Кейт. А, то есть ты делала это не ради наших отношений? А чтобы найти себе другого парня? Какого-то старшеклассника? Ну, фактически да. Но дело не в тебе, Сава. Просто посмотри на меня. Посмотри, какой красивой и стильной я стала. Естественно, мне нужен парень моего уровня. То есть ты хочешь сказать, что я недостаточно крутой, чтобы с тобой встречаться? Ну... Да, именно это она и хочет сказать. Вы явно друг другу не подходите, потому что Ева, чтобы стать лучше, изменила кардинально свою внешность и характер. А ты что сделал? А зачем все это? Ева и так была красивой. А сейчас вы сделали все только хуже. Ничего вы не понимаете в настоящей женской красоте. Пойдем, Ева, нас ждет новая жизнь. Нет, девочки, я вас никуда не пущу. Вы сделаете только хуже. Это будет позор. Нет, Кейт, мы все равно уйдем, и вы нам не помешаете. Если завидуете, то хотя бы не мешайте. Мы уходим. Вот видите, к чему это все приводит? Да, видим, видим. Как здесь не увидеть? А это ведь только начало. Дальше будет хуже. Это точно. Мы должны их остановить.
А как их вообще можно остановить? Ну, насколько я понимаю, они это делают для того, чтобы старшеклассники обратили на них внимание. Тогда нужно сделать так, чтобы старшеклассники их высмеяли. Ребята, ну вообще-то это не совсем педагогично. Кейт, у вас другие варианты есть? Если честно, то нет. Совсем. Ну вот, тогда остается только одно. Хорошо, сейчас я позову Дениса, он должен нам помочь. Алло? Алло, Денис, привет. Зайди-ка ко мне в кабинет, дело есть. Да, конечно, Кейт, сейчас буду. Да, Кейт, вы звали? Да, звала, нужна твоя помощь. Там по коридору две девочки разгуливают. Странненькие такие на вид. Тебе нужно их высмеять. Высмеять? И все? Да. А что мне за это будет? Ладно, я не буду ставить тебе двойку, которую ты недавно получил. Подходит? Ладно, идет. Так где девочки? В коридоре, да? Да, в коридоре. Бегу выполнять задание. Ну все, ребята, осталось подождать пару минут, и мы увидим результат. Да, вот это раскрас, конечно. Как будто грим на Хэллоуин. И мне понравилось, и мне ничего не понравилось. Зря вы старались, кратились, они все высмеяли. А я ведь вам говорила. Простите, Кейт, что мы вам не верили, вы были правы. И ты, Сава, меня прости, я очень глупо себя повела. Прощаем, куда мы денемся?